Мне кажется, что мы упустили, ну, как минимум, одно очко. Я думаю, что мы не заслуживали проигрыша, особенно во втором тайме. Ну, я расстроен, и думаю, вся команда расстроена, что ну, без очков у нас эта игра оказалась. Думаю, что первый тайм невынужденный гол. И никак не могли, думаю, отойти от этого гола. Но во втором тайме, я думаю, что собрались, создали очень много моментов, но не знаю, не реализовали, лишь не знаю, ну, не было удачи на нашей стороне. Но думаю, что должны были забивать как минимум один. В первом тайме был период, когда Батэ доминировал, создавал тоже много моментов, владел преимуществом. Вот, но во втором тайме, да, наша команда взлетела темп, тоже создавала немало моментов. Вот с чем связываешь эти отрезки, отрезок Батэ и потом во втором тайме наш Навал на ворота? С чем ты это связываешь? Не знаю, может быть, какая-то минимальная несобранность. Ну, я не знаю, мне кажется, минут 5-10 мы вроде нормально владели мячом, контролировали игру, но гол такой внезапный даже, не знаю, ничего не предвещало, да, заброс, хорошо открылся, забил, но и мы не могли собраться после гола этого, мне кажется, вот это. Они почувствовали это и начали давить и владеть мячом. Ну, после перерыва, в перерыве мы поговорили с ребятами. Тренер нам дал установку, что как действовать, чтобы изменить игру и попробовать добиться положительного результата. Игра вроде удавалась, но, увы, не забили. А можешь сравнить два матча, первый в первом круге с Батэ и сейчас? Вот какой был тяжелее, может быть, какой более удачный с точки зрения игры нашей команды? Блин, ну я думаю, что и первый матч, в принципе, мы, даже если не ошибаюсь, также начали не так, ну, как активно, но потом начали владеть мячом, ну, как я помню. Думаю, что этот матч был, особенно второй тайм, поинтереснее, чем прошлые игры.